Hey, yo guys, с вами Шмики, и мы продолжаем пройти игру под названием Узурпатор или Сурпар. Окей. Короче, я так подумал. Я не играл. Начну с того, что я не играл с 23, кажется, апреля в данную игру. Так, мне нужно немного управления вспомнить. И мы с вами побежим. Мне нужна карта. Как она тут? Так, на И, кажется. Так, на И это у нас инвентарь. Ух ты ж, сколько у меня всего здесь. А, точно. Мышка только боевка работает. По-моему, дамагу у нас плохо. У нас пистолет вот этот только 78 наносит. Я вот думаю, 78 на 100. Это 7000, да, только. Так. Так, у нас еще такой есть меч. Ну, у него не очень такой большой радиус атаки. Вот этот идеальный меч. Там очень большой радиус атаки у нас. Чисто для меня. 68. Короче, что это нужно... Что мы сейчас поделаем? А мы... Так, у нас уже все, да, это доступно. Нет, у нас еще нет одного предмета. Так, эта карта. Мы с вами там наверху. Самом... Босс у нас, по идее, тоже наверху, в той части замка. Поэтому что мы делаем? Я думаю, сначала нужно изучить все, что мы уже не могли найти. У нас, так как у нас уже есть способность ломать красные блоки, если не ошибаюсь. Поэтому. Да. Все, поэтому. Так, ну это мимик. Изи. Минус тварь. Изи, минус тварь. Поэтому просто падаем. А мне нужно вернуться, я не знаю куда. Так, это мы с вами вернулись. Так, стоять. Так, по карте, если верить, то вот сюда. Я могу вернуться вот в это место, вниз, в город вернуться. Нам нужно сюда, походу. Так, давайте, знаете, что я сделаю? Пойдем все-таки в эту сторону. Хотя, подождите, я тут все собрал. Я не понял просто, почему он присел. К нам поехали. Ну, вы видите, я могу просто легко всех здесь забирать, вражин. Меч довольно большой радиус меча, поэтому тут никаких проблем. Так, а где... Походу мы, да, все здесь пособирали. А, тогда нам нужно вернуться обратно. Поехали тогда чекать левую сторону. Почему я вообще думаю, что нужно уже лазить в тех локациях, где мы были? По причине того, что... То есть, блин, у меня разрыв экрана происходит. Это дерьмово. Опа. А здесь я не был, да, походу? Так, место с перевернутым этим. Водоемчиком. Так, здесь у нас что было? Кто его помнит, да? Ага, тут могила. Мужик, пуляющий хуйней. Хорошо. Ага, хорошо. Куда я вообще... О, так, у нас, подождите, у нас дохера душ. Нужно об этом не забывать. Блин, я постоянно... Быстрой карты здесь нету, ладно. Мне нужно вниз, да, кажется? Подождите, вот я сейчас здесь. Вот, могилы.
Наверх это у нас пыточная, кровавая. Так. Мне нужно вниз как-то попасть. Сюда мне нужно. В город. Чик-чик-чик-чик. Блин. Ладно, давайте я поднимусь. Вот сюда как попасть? Видите, там значок. Значит, туда как-то попасть можно. А вот как? Типа, понимаете? Она манит туда. Ну, это, видно, пыточность с какими-то пилами или что это. Туда не попасть. Как и вот это, знаете, типа роботы. Так, левел ап. А, мне нужно 37к. Ладно. Хорошо, следующее место-то здесь у нас было. Тут. Тут я тоже, да, уже был? Да. Тут я уже тоже был. Подожди, а раньше тут тоже так много трупов было? Что-то не припомню. Ладно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, сундуки. Честно, вот сложно вспоминать их идеи вообще, что было. Я сейчас здесь, да? Не, вот пыточная получится в этом, в этой части. Здесь у нас большое древо. Блять, как же сложно. Это значит, что мне нужно вниз. Так, туда там мы были. Там мы были, хорошо. Так, это место я не помню. Все-таки я вернулся туда, куда не хотел, да? Ладно, ну более-менее я помню, как отражать заряды хотя бы вражеские. То радует. Хоть этот моментик меня радует. Так, это у нас... С-с-с-с. Куда я вообще иду? Подождите. Так. Мне нужно... Нам еще нужно, знаете, куда с вами сходить? Вот что дает это сердце? Вот вопросы. У меня все равно остается... Так. А, не-не-не-не-не-не. Нахер надо. Типа, это можно сбросить уровень. Купить спеллы. Пласт. Пласт, пласт. 80к. Манать. Так это дорого. Не, ну как пока здесь исследую все, ну, я думаю, мне вернут. Только понять то, что я правильно туда лечу, куда мне надо. Потому что как бы. Считай, я тут уже был. Да, мы просто летим в одно и то же место. Как бы. Как бы. Я не понял, почему рыбка-то дохлая.
Я не врубаюсь. Какого черта? Подождите. 10 минут прошло, мы в этой локации делаем. 10 минут прошло, алло. Я все еще здесь лазю. Я не врубаюсь, куда мне лететь. Не, типа я понимаю, куда, но я что-то по карте не понимаю. То есть сейчас должно быть не кристальное место, а спуск вниз. Как бы то ни было. Да? Подождите, тут же ниже есть еще. Ну, в принципе, да. Хотя, в принципе, да. Так, нужно еще не забывать, какие враги как атакуют. Ну и ваншотчу, это хорошо. Подождите, я там не был? Там хороший сундук. Так. А. Все-таки демон был. Значит, я тогда просто сундук, да, сломал. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Готово. Ну я ваншотчу. Здесь у нас... левел ап, тихо. 37. А, подождите, мне ж... А, мне 80-ка нужно было, все. Тогда... вопрос исчерпан. Так, мне нужно вот этот новый меч посмотреть. 40 слабый, слабый очень. И сразу карту. Я сейчас нахожусь где-то... Подождите. Ай, блядь. Правильно, я иду, все тихо. Мне сюда надо. Да, все отлично. Отлично, я иду правильно. Нам нужно на самый верх сейчас подняться. Потому что, что у нас наверху? Правильно, много чего. У нас там много чего. От нужных мне кристаллов. До секретных подъемов. Здесь у нас труба. Ну, здесь, да, у нас темнота была. Я не помню, что. Вот это типа вакуум. И типа... Зачем это? Типа, окей, подъем. И что он мне дает? Мне, в принципе, ни хера не дает. Калаев. Коев. Одно хп. Ну, в принципе, нормально, ладно. Так. В эту сторону сейчас летаем.
Здесь я использую супер-тупер способность. Забираем души. Перелетаем. Так, там... Ну, считайте, что я играю с одним хп. Это будет лучше для понимания. То, что сейчас происходит. Так, я вижу там. Хорошо, здесь мне не спрыгнуть. Полеты со мной сейчас отличные и лучшие способности, которые есть. Лучшая способность. Это нам. Окей. Главное слушать выстрелы. Так, плюс души. Ну, вы видите, у меня душ сколько. Да хуя. Ну, я еще здесь не был. Ух ты, а у меня уже, считай, на новый ап есть. Блять, я подумал, это в меня уже луч летит. А возможно был бы. Класс. Класс. Окей. Лак ми. Very good luck me. Три удара нужно. Так, хорошо. Ну вы и сами видели, это довольно было опасно потерять сейчас нахуй душ. Ради чего? Ради ничего, правильно. Так, подождите, а где я колбочку видел с душами только что? Так, ну это мы использовали. Хорошо. Ну почему он ничего не говорит? И с кем... Кто это был? С кем это? Кто сражался? Тоже вот вопрос остается. Так, кажется, тогда с этой, с правой стороны, да? А не пуляй ты в них. Вот, это что за место? Вот здесь я тоже еще не был. Так, а вот это, походу, оно и есть. Да? Кажись, да. Но что мы можем с вами сделать? Мы можем пойти дальше. Вниз, потому что у нас там еще оставались места, где можно пройти. Сюда я все равно вернусь, и главное, что я запомнил это место. Хорошо. Отличненько. Что-то я не думал, что здесь такая наебка есть. Не, знаете, можно типа души эти пособирать. И потом это сделать себе. Купить вот то. Чтоб не предлагали. И купить то, что мне предлагали.
Так, здесь у нас что было? Ничего, здесь тупик, да? Да. Там тупик. Потом мы пойдем куда-то там по трубам. И вот там, где у нас по трубам нужно пойти, вот туда вот мне и нужно. Ох, сейчас пронесло. Сейчас вот нет. Ой, ты еще живой. Ты еще живой. Так, тут ни хера. Значит, летим. Так. Почему ты ничего не говоришь на это? А, вот, да? Ага, сейчас бы меня наебали и меня ударили бы. Так, ускоряемся. Ну, мне все равно не так уж много нужно ударов делать. Хорошо, здесь пролетаем. Здесь у нас кубик, там плюс. Как раз то, что мне нужно, потому что мы тут еще не были. Так, ладно, сразу тебя убить. А, я не достаю. Так, а что у нас было там? Там тупик, да, был у нас? Ну, сейчас пойдем за дроном тогда. Я просто не вижу, они все одинаковые, типа. Вау. Да-да, что новенькое? Может, у меня будет дрон, который взрывчатку создает? Фиг его знает. Их его знает. Что у меня будет? Вот видите, опять она сломата, она находится хер знает где наверху. То есть, да. Такое себе. Бочки, вот куда и бочки падают? Вот тоже мне такой вопрос интересовал. То есть, по сути, они не должны были падать, но не падают. Ага. Так. Так, 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 так. Мне нужно было отойти. Тревел. Куда это я пришел? То есть я, считайте, вернулся туда же, где и был. Так, я думаю, опасно, да? Нажимать на одну из этих, потому что у меня дохера душ. А, побежали тогда обратно. Полетели тогда обратно. Не фризь. Мне вот это единственное всегда... Пугает, когда оно лагает. То, что сейчас залагает, знаете, а там босс, допустим, какой-то тебе в этот момент атакует. Все, а что ты сделаешь? А ты ничего не сделаешь. Почему? Потому что тебя уже убили. Да, так вот, как-то так. Так, хорошо. Наверх. Отдыхаем. Level up. Easy.
Не-не-не, подожди, подожди. Мне нужен вот этот челик. А, трейд. Лев. Чтобы было не жалко. Лайф ап. Yes. Так, сейф. Готово. Блин, мне интересно, я у того, да, книги могу, типа, купить за души. А давайте я, типа, поменяю, сколько их мне нужно. Мне нужно 80к. А, ладно, мы все равно сейчас с вами... давайте, может, сюда попытаемся сходить. Того грохнуть. Ну давайте, все равно я потрачу только 2000, считайте. О, здоров. Фу, я понял, это враг. Тун-тун-тун-тун. Сколько? Ноль урона? Серьезно? Окей. Чувствую, весело будет. Так, 60, 67. Окей, давай, допустим, тебя под топор. Пробуем. Что-то произошло? Или я не попал? Так, мне вот это вообще что не нравится. Поднимемся. Может, нужно в воздухе его атаковать? Что по лукам? Щет, мне это вообще не нравится. Давай косу. Все вот так, попробуем. Я что-то не вижу урона, чтоб ему наносило. GG. Он невосприимчив к моим атакам. А как мне наверх подняться? Хочу отсюда уйти. Я не врубаюсь. Как это вообще возможно? Ему не нанесся урон. Ладно, я понял, я обязательно здесь отдыхаю.
Да. Поход туда рано. Ладно, давайте тогда, я думаю, в следующей серии отправимся в тот кубический мир. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.